Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1400. События дня. Матфея 24:14. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. За 16 октября 2019 года. Обращение о помощи. Игорю комбайн купить охота. Вот. Чем еда солдат вермахта отличалась от питания бойцов Красной Армии? Очень интересный материал, я его взял, чтобы показать, коротко проведу. Не каждый его знает. Курсором задерживайте и дальше читайте, иначе долго мне проворачивать. Тут прочитаю вслух. Объяснение Златоуста. Всякий раз, как мы грешим, мы рождаемся от дьявола. А всякий раз, как совершаем добродетель, рождаемся от Бога, потому что семя его пребывает в нем. 1 Иоанна 3:9. Семенем называют Духа, которого мы получаем через крещение, и который, пребывая в нас, делает ум наш, не допускающим греха. Если же кто не родится от Бога, тот не получает Духа Святого.
Вот так, прошедший день. Должен был уехать Ливон. Дали все дома. Кто-то за водой сходил. Капусту мне разрешил маленько там лишнее ненужное обрезать. Мешок целый вытащил. Брат пошел, я выпросил работу какую-то. Так день прошел. Главное, сижу в интернете. Вопросы и ответы. И встречи, и в чате. Едва-едва в порядок привожу. Вот сегодня поступило неоплаченное. Уже с 20-го кончается. Кто-то платил, и то ли забыл, то ли вплотную подводит. Сейчас буду звонить. Вот все. Еще тут прикормил кошку 2 котятами. Бегает она, дождь, и никто не кормит. Черненькая, хорошая такая. А тоже моя работа время отнимает. Ну вот все. Отзывы какие идут, комментарии. Вот сегодня, допустим, за ночь было 30 комментариев. Из них 25 отрицательные, ругательные. Вот ничего человек не знает, ну просто ругается и все. Любой ролик, там Златоуст говорит, или я проповедь говорю, или занятия идут, сквернят и все. То есть я пытался расследовать, узнать-то. Они под разными именами, ники, аватары, но платят всем. Вот находясь в интернете, можно хорошо заработать. Я думаю, как? А теперь, говорит, я получил зарплату и живу в лучших отелях Таиланда. Вот за то, что за пакость, за всякую. Ну, а мне трудно ли? Один раз щелкнул его, заблокировал. Вот напал на меня один в моем мире, Mail.ru. Ну, только заблокируем все. Я решил дальше его раскубарить, помогли. А у него ровно 50 заготовок на меня. Он сразу берет и ставит. Мы все 50 заблокировали. Он сунулся, а там ничего нет. Это с Ефремом Сириным было так. Пишут. Он пришел к одному еретику, там, когда его дома не было. А служанки попросил его книгу, по которой он защищал ересь. Дескать, мы знакомые с ним, и я посчитаю, верну. Пришел, и каждый листик смазал клеем. Все, получился кирпич. И отдала, она положила на место. И во время, когда был диспут, он взял, начал. Не открывается, посмотрел. Ни одного листа нету, и все. Вот так, без обмана, конечно, надо делать такое. Вот запечатали его, а он под китайским именем каким-то показывал. Хон Пин Чунь, Сунь Винь. И вот мы его запечатали, и больше он не вылазил. Он не мог понять, я понимаю, он в одну, в другую, в третью, что случилось. А ему заготовили, он сам не делает это. Столько регистраций, столько разных как бы каналов там или что-то. И вот так и здесь, и в Ютубе, тут быстро все делается. И на этом у нас сегодня все.